красивое место очень. Полянка такая. А мы уже опаздываем, у нас остается 2 часа примерно до темноты, нам нужно дойти до места ночлега. Так что будем спешить. Мы идем ночевать на территорию секретного ранее городка Чернобыль-2. Этот городок состоит из технической части с огромной антенной, которая именуется Дуга. А также из жилой части, в которой мы попытаемся найти место, в котором сможем остаться здесь на ночлег. Ну что же, дорогие друзья, мы успешно добрались до секретного военного городка. Успешно. Были, конечно, небольшие приключения, но о них позже. Зашли в здание заброшенное. Нашли комнату здесь более-менее пригодную для сна. Будем на вот этих вот дверях спать. Такой стол здесь стоит. Это бывшее здание столовой. Была вот такая раскладушка. К сожалению, она порванная. Вот такие чудесные кресла здесь стоят. Шикарные. Вот, сейчас будем ужинать, поспим примерно до 5 часов утра и будем сваливать. Доброе утречко. Мы проснулись, слава богу. Температура где-то плюс 4, плюс 5 в помещении. В спальнике было тепло, но спать на досках, конечно, не особо комфортно после домашних диванов. Сейчас будем готовить чай, согреемся и будем двигать дальше. Как-то так. А, еще воды у нас остается. Вот это вот вся наша вода до Припяти. В сумме где-то, ну, почти литр. А нам идти еще километров 17-18. Все, выходим с этого чудесного здания. Надеемся на то, что мы дойдем до Припяти. Кидаем объект, который под охраной Бохар. Ну а мы двигаемся дальше. Сквозь вот такой вот поваленный горизонтальный лес. Хочу сказать, что вылазить из спальника, хоть было и холодно, прохладно, то немножко пройдясь по лесу, уже становится тепло и даже местами жарко. Приятного аппетита нам. Пишет, что я. Скажи, Вика постоянно жрет. Да, я постоянно жрет. Многие часто спрашивают в комментариях, а что будет, если нас поймают в Чернобыльской зоне. Чернобыльскую зону охраняет полиция, охраняют егеря и иногда заезжает Национальная гвардия Украины. За незаконное пребывание в Чернобыльской зоне с целью экскурсии без документов вам грозит штраф, это статья 46, часть 1 Административного кодекса Украины. Штраф небольшой, там сколько-то необлагаемых минимумов, ну, обычно это от 400 до 800 гривен, это примерно $50. Это если при вас не будет никаких артефактов из зоны, то есть что угодно, там кусочек земли, веточку, там камушек, либо там открытка, либо там, не знаю, шкура животного,
любое, что при вас может быть из чернобыльской зоны, это докажут, это уже уголовная ответственность. И вас могут посадить до 3 лет. А если эта вещь еще и будет фонить при вас, которую вы забрали из чернобыльской зоны, то вам светит еще одна уголовная статья. Там уже до 7 лет можно сесть в тюрьму. Радиационный фон в месте нашего привала уже вот составляет 90 микрорентген в час, это в 3 раза выше нормы. Так как это уже недалеко от Чернобыльской атомной станции, примерно в 6 километрах мы от нее по прямой находимся. Поэтому, естественно, этот лес, он уже имеет достаточно серьезное загрязнение. Друзья, идем мы, идем по лесу и смотрим, на дереве висит вот такой вот череп животного, которое, возможно, разодрали волки. Впечатляет, да? Тут фонит, оно так не шутит. Кстати, да. Иногда такие черепа очень сильно фонят радиацией, так как питались едой из рыжего леса. Да, я не ошибся, вот 300 микрорентген от него светит. Идем через вот такой вот густой лес наваленный. Молодые березки. Это начало рыжего леса, самого загрязненного места в Чернобыльской зоне отчуждения. Именно в сторону этого леса и дул ветер первые часы и дни после чернобыльской катастрофы, после взрыва на реакторе. Поэтому этот лес обильно заряжен различными радионуклидами. Пребывание в нем нужно как можно больше сократить, как можно меньше находиться. Вот, как видите, уровень радиации уже 420 микрорентген в час, при норме всего 30. Конечно, ликвидаторы пытались как-то дезактивировать эту территорию, но получилось у них все равно не очень хорошо. Частично этот лес был срублен и захоронен. Также, как известный факт, первые месяцы после аварии деревья, хвойные деревья этого леса имели рыжий цвет. Рыжий, красный. Из-за сильного облучения радионуклидами. Сейчас это место, в которое очень редко, либо вообще никогда здесь не бывает никаких работников зоны, лесников. Так как за несколько часовое пребывание можно получить довольно серьезную дозу. Вот нами было найдено место, как раз где были захоронения деревьев. Вот оно. Вот так, если отойти, видно здесь такие бугорки, видите? Вот. Здесь сразу радиационный фон выше становится. Вот. И скорее всего именно вот в таких местах, траншеях и был захоронен тот самый лес, который стоял первые месяцы после аварии. Вот он до сих пор здесь лежит. Поэтому радиационный фон на этих холмиках выше. А вот их подтверждение тому мы видим. Знак радиационной опасности старый, очень-очень старый. Вот он. Ну вот, друзья, нашли такие кости, которые тоже имеют радиоактивное загрязнение. Не маленько. Скорее всего, когда-то волки разодрали тут какую-то зверушку.
Расскажи, пожалуйста, многих твоих подписчиков интересует вопрос, есть ли в Рыжем лесу мутанты. Да, друзья, ходит очень много легенд про этот лес, про Рыжий, про то, что именно вот в этом месте очень много мутантов, различных мутаций, там животных с двумя головами, с пятью ногами там, и прочие там россказни. Ну вот за 10 лет, которые я хожу, и я немало заходил в этот лес, ни одной мутации животных я здесь не видел. Учеными уже на данный момент доказано, что существуют именно вот в загрязненных местах зоны, и в частности в Рыжем лесу, такие хвойные деревья, у которых немного необычным образом растут веточки. Также ученые уже доказали, что у некоторых видов грызунов, там у мышей, тоже замечены мутации у животных, которые связаны вот постоянно с радиацией, небольшие мутации внутренних органов. И третье, еще вот пауки, которые вот живут в лесах, плетут паутину очень беспорядочно, то есть не так, как на чистых территориях. Вот сейчас, к сожалению, паутины нету, чтобы показать, но как только придет весна и пауки будут активно вести свою деятельность в лесу, я покажу вам, насколько странная паутина, вы сможете сравнить там у себя где-то в лесу и то, что я вам покажу. Вот, насколько беспорядочно они плетут свою паутину между вот деревьями, между веточками. Вот. Сейчас мы находимся буквально в самом центре Рыжего леса. И уже скоро будем из него выходить. В сумме у нас получится где-то минут 40 мы прошли. И я вам покажу, какую дозу мы получим, так как дозиметр, сам накопитель я включил непосредственно перед входом в Рыжий лес. Вот на данный момент он составляет 350 микрорентген, это примерно в 10 раз выше нормы. Чуть больше, чем 10 раз. Друзья, вот у меня есть такой чудесный прибор, называется он Радиоскан 701. Вот, этот прибор, помимо того, что умеет замерять гамма-излучение, он умеет замерять альфа- и бета-излучение. То есть, ну, вот этот прибор радиоскан, он просто топ за свои деньги, он стоит порядка $300. Но реально приборы, которые умеют замерять альфу, стоят там от $700. А вот такой вот портативный прибор, который работает на двух батарейках, умеет замерять радиационный фон, делать статистику и также накопитель. Вот мы можем открыть крышку и фиксировать сразу все три вида излучения. Ой, боже. Вот видите, насколько показания стали больше. Давай убегать отсюда, смотри, сколько тут много. Ого. 7 миллирентген в час. Все, давай здесь давай бегаем. Не задерживаться. Давай убегать отсюда. Вот такое, казалось бы, мирное местечко, да? Видишь, насколько он чувствует? Да. Вот, ребят, кто хочет приобрести такой прибор, им можно замерять не только в зоне, замерять еще различные стройматериалы, кто будет покупать. Или кто хочет купить земельный участок, тоже можно замерить вот весь участок этим дозиметром, чтобы как бы быть уверенным в том, что безопасно. Вот, ссылочка на покупку прибора будет под моим видео. А вот тут вообще... 10 миллирентген. Краски стоит. Ну-ка.
картины, смотрите, какие рисовали. Шикарно. Много краски, много всего интересного. Какая здесь радиация? Интересно. Угу. 100 микрорентген. В 3 раза выше нормы. Ну, для внутренности здания это многовато. Вообще-то... Да, вот так вот много здесь, друзья, агитационного материала. Просто много-много. Пройти Припять ждет, тем более, что мы уже совсем рядом. В километре от города Припять. Друзья, ответственный момент. Нужно перейти очень оживленную дорогу, по которой ездят рабочие Чернобыльской зоны. Очень стрёмно. Мы пока подходили, проехало 3 машины. А вот эта дорога. 6. Идем.